Черноморец продолжает огорчать своих болельщиков. Даже два забитых гола не помогли одесситам обыграть словенскую «Муру» на турецком сборе. Оба взятия ворот арбитры отменили, посчитав, что Рыжук и один из футболистов, находящихся на просмотре, попали в офсайд. Игра закончилась нулевой ничьей. У одесситов можно еще отметить ряд моментов. У новичков перекладину на 10-й минуте после подачи Бабенко. Опасные удары Танчика, Наренкова, Черния и Грачева. Несколько раз спасал моряков вратарь Кожухарь. Следующая товарищеская игра, которая закроет программу первого сбора, запланирована на 10 февраля против польского Ракова.